Всем привет, ребят, зовут меня Сергей Родионов, Рукс Пуми мой никнейм. Известен многим из вас я благодаря стримам по второму Старкрафту. Некогда сам участвовал в турнирах, играл профессионально по первому, второму Старкрафту. Вот сейчас эти баталии уже все в прошлом. Ну, не знаю, может быть, конечно, где-нибудь я еще и поучаствую. Вот, но в основном я комментирую StarCraft, но и поигрываю для себя, что называется, for fun во второй StarCraft. Вот, и очень часто меня спрашивают в последнее время, да и не только последнее, в чатике и на стриме, какими девайсами я пользуюсь. Вот, недавно команда Rox моя начала сотрудничать с компанией Lenovo, и благодаря этому у меня появились девайсы новые, из новой линейки Lenovo компании. В общем-то, и сегодня я хочу рассказать вам про мышку с ковриком, в первую очередь, что это такой основной прямо девайс для старкрафтера, ну как клавиатура, наверное, тоже. В общем-то, давайте посмотрим, я вам сейчас расскажу, на примере покажу еще свои старые мышки, что к чему. Обратите внимание, здесь две мышки присутствуют у меня, ну и коврик, конечно, о котором я после мышки немножечко тоже поведаю вам. Это оптическая мышка из новой линейки, да, Lenovo, и Gesto, моя старая мышка. Сейчас я камеру в другую руку возьму. Вот, ну, Gesto почему я пользовался, потому что я до этого играл на MX300 давным-давно, то есть мне удобна и очень форма. В общем, играл на Razer Abyssus, она тоже как бы маленькая такая мышка. Вот. Ну и приятно был удивлен, как бы, когда Lenovo взял первые два дня. Вот обратите внимание, как рука на, лежит на Gesto, пальца, да. В принципе, мне удобно, все по, она меня устраивала, эта мышка, да, как бы. Но когда я взял Lenovo, просто сразу вот мне бросился в глаза такой факт, что вот у меня прямо пальцы лежат без изгибов, что на самом деле не так напрягает руку. Также здесь есть также формы мышка, вот это такой с выемкой, то есть большой палец очень удобно сбоку лежит. Вот, то есть формой меня она приятно удивила, мышка от Lenovo. Ну и хотел бы отметить, я вот еще про Razer говорил, про Abyssus. Клик левый. В Старкрафте очень много нужно кликать на мышку и на клавиатуру, клавиш нажимать. То есть у меня это уже вторая Gesto, как бы. Вот. И признаться честно, современных мышек, это, я не знаю, может быть, не всех, но очень часто в интернете читал, что у людей тоже такие проблемы возникают. Клик перестает работать левой, то есть приходится очень сильно нажимать как-то. Вот. Это меня тоже очень смутило, конечно, здесь. В Lenovo же клик очень четкий, очень быстрый. Ну и очевидно становится, что ну так он не умрет быстро там за какое-то время. Даже если ты будешь очень-очень много играть, тем более, что даже почитав их характеристики, там как бы ну есть гарантия год, да, как бы. То есть я думаю, что... А это меньше, чем за год случилось. Я думаю, что все нормально здесь с кликом будет. Вот он такой толстенький. Очень, вот. Также, что я могу сказать по поводу еще этой мышки. Ну, конечно, здесь есть стандартный скролл колесико. Оно находится вот между кликами. Очень интересно так. Оно с интересными такими... Интересной формы. Очень удобно крутить зазубринками такими. Также здесь есть кнопочка для DPI. Но здесь она тоже есть, как бы, да, на Gesto, но здесь ты как бы уже сенситивно смотришь на экран, как бы смотришь на сенсу, как она меняется, да, этой кнопкой, хотя этим особо никогда не пользовался. Здесь же есть вот такие указатели, да, как бы 1, 2, 3, как бы 3 это максимальная скорость, учту ускорение, 1 минимальная. Вот, ребят, сбоку присутствует интересная очень поверхность такая здесь, еще ребристая, вот,
Ну, вот визуально я не знаю, о чем она говорит, но когда я взял, в общем-то, в руку эту мышку, она мне прям сразу понравилась, потому что здесь мышка гладенькая, и когда долго играешь или стримишь, устаешь, бывает, рука потеет, то есть она немножко скользить начинает, эта усталость придает. Здесь же, ну, прям удобно она сидит в руке, и форма такая, и прямо вот эта поверхность, она еще помогает тоже. Вот, то есть в плане формы меня прямо она приятно удивило, как бы, да, я за первый день уже к ней привык, а сейчас 2 месяца на ней играю, ну, не знаю, не пробовал, конечно, обратно на вот этой мышке играть, но думаю, что на этой мне будет, как бы, приятнее, хотя, честно говоря, я не привередливый, да, как бы, к этим всем моментам. Также есть сбоку кнопки, вот, они программируемые. Вот, то есть сейчас очень во многих играх используются, да, как бы можно запрограммировать какие там комбинации или что-нибудь еще, либо дополнительные действия просто какие-то поставить, и в основном на турнирах это не запрещено, да, как бы. Вот, то есть полезно это очень сейчас пользоваться такими вещами игрокам. Вот, ну, собственно говоря, про мышку все. Признаться честно, вот по цене качеству мне она, я еще удивлен был, я думал, она как там дико много стоит, она не так уж много стоит, как бы. На Nvidia 2990, как бы, то есть на, учитывая, какие сейчас курсы валют, да, по-моему, вот по мне это как бы адекватная цена, то есть не космическая, вот, то есть для вот этих удобств, как бы. Вот, также хотел рассказать вам про, кстати, да, если интересно, то можно другие характеристики посмотреть на сайте, там на Lenovo, то есть на NVIDIA, там есть все вот эти характеристики, могу вам показать здесь, кто если хочет дополнительные, да, посмотреть. Мне, в принципе, всегда важно было, как в руке и как она двигается. Двигается в StarCraft. Я моментально привык, как она на экране, плоть характеристик. В руке тоже, вот я вам все показал. Вот, также хочу про коврик вам рассказать, тоже из новой линейки. Коврик не пластиковый коврик, тканевый, вот он сворачивается, вы видите, очень удобно это тем, кто куда-то ездит, вот, очень-очень удобно. Вот, поверхность у него необычная, я вот нигде не нашел информации, что там за материал, но она такая прямо вот очень скользкая, то есть мне напомнила это поверхность некоторых таких пластиковых ковриков, то есть по ней мышка прямо летает, прям очень хорошо двигается, то есть нечто среднее между тем и тем. А мне тканевые всегда коврики нравились тем, что, ну, их удобно на турниры куда-то возить, да, там ездить, это прямо круто, как бы. Ну, дизайн это для меня всегда второстепенное было, ну, дизайн такой минималистический на самом деле, вот Lenovo, как бы, значок мне всегда нравился, то есть и лежит на столе ковер, вообще не двигается просто абсолютно, здесь вот, ну, здесь я дернул, как бы, немножечко, если мышкой двигать, то есть грамотные здесь вот эти резиновые штучки, которые закрепляют все. Вот, то есть, ну, что могу сказать, советую эту мышку вам, не знаю, кто думал о девайсах, просто смотрите уже на то, какие цены вы ориентируетесь, но советую вам рассмотреть ее тоже. Да, кстати, провод, он такой, ну, что-то не пластиковый здесь, а вот прошитый, да, то есть он не сгибается, тоже очень момент такой интересный. Я положил, прям он как лежит, как лежал, так и лежит. Вот такие дела, ребят. Давайте сейчас еще в кадре покажусь вам немножечко. Вот, очень скоро выложу этот обзор. Вообще-то будет мышка, будут девайс, не знаю, там, возможно, разыгрываться. Я вам об этом вам все сообщу. Ну и спасибо за внимание. Спасибо за внимание. В ближайшее время еще будет про наушники обзор. Возможно, даже прямо одновременно с мышкой.